Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала. Наконец-то я выполнила эту работу. Это святая мученица Людмила Чешская. Моя иконка, так скажем. И я ее наконец-то отшила, оформила. И спустя 2 недели вот снимаю. Значит, в работе должно было быть 8 цветов бисера, но я сделала 10 цветов бисера. У меня здесь синие оттенки, 2 вместо 1 использовались. Одни оттеночки в рамке, а вторые оттенки в одежду Людмилы пошли. И также красный бисер, 2 вида одежду и 1 вид в рамку. Хотя красного должно быть всего 2 вида. Ну, поближе давайте я вам покажу мои бисериночки. Я понимаю, что оформление не идеальное, но у нас багетных мастерских нет, а икона оказывается не стандартная. И до этого я отшивала Алексея, человека Божьего. Вот так они у меня оформлены в одинаковые рамки. Теперь можно будет идти в церковь, освещать и вешать уже тогда на стеночку. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. Да, я, кстати, не сказала, что вот рамочки этих 2 икон выполнены абсолютно одинаковые. И бисер схожий в одной, во второй. Это было сделано специально, так как они будут висеть рядом. Ну, теперь все, пока.